Всем привет! С вами Сплетница. Не забудьте подписаться на мой канал. Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, как создавался клип на песню «Скандал». Музыкальное видео на новую композицию Тины Кароль «Скандал» продолжает бить рекорды в Украине. Всего за неделю этот клип достиг отметки в 4 миллиона просмотров, что является солидным достижением для любой звезды. Певица поблагодарила поклонников за столь горячую поддержку и рассказала, как создавалось это видео. Тина Кароль привела высказывание постановщицы хореографии. Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию необходимо адаптировать и упрощать. Танец в клипе оснащен разными техниками с разных стилей. В одном из разговоров Тина обернула наш стиль танца в оболочку Тринити, что я считаю достаточно близко к нашему результату. Знаю, что это не предел наших общих возможностей. И есть, куда развивать это дальше, что очень вдохновляет, написала Марина Кущева. Поклонники же Тины Кароль отреагировали на это сообщение большим количеством комплиментов, которых признались в любви к певице и заверяли в том, что она вдохновляет их стремиться к чему-то лучшему. Тина, я теперь понимаю, почему так хореографы из разных стран хотят с вами поработать. Шикарное. Нет предела совершенству. Написали в комментариях поклонники. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.